Мы продолжаем, и сейчас пришло время рубрики «Импровизация». А в этой рубрике у нас абсолютно нет сценария, и все будет придумываться на ходу. Я хочу пригласить сюда людей, которые помогут мне в этом. Двух потрясающих импровизаторов, хорошо вам знакомых по проекту «Лига смеха». Романа Мещерякова и Валентина Микиенко. Привет, рады вас видеть. Вы знаете, сегодня тема нашей программы – инновационные технологии, гаджеты, поэтому ждем от вас чего-то современного. Ну, хайпанем немножечко. Надеюсь, что это не какая-то болезнь, и все нормально. Хайпанем, да. И сегодня гостем нашей хайповской рубрики будет новое имя в мире танцев. Да, человек, о котором я сегодня уже говорил, человек, из-за которого проект «Танцы со звездами» сначала хотели назвать «Танцы со звездами» и с Юрием Ткачем. Встречайте, Юрий Ткач! Всем привет! Итак, рубрика «Импровизация». Ну вот наши главные импровизаторы, Рома, Валик. Объясните, что будет происходить? Вова, ты ведущий. Я ведущий. У тебя очень успешный кулинарный блог, у тебя 3 подписчика. Три. Юра пришел ко мне. Да, он пришел к тебе приготовить фирменное свое блюдо, но вот в чем загвоздка. Да. Вместо ваших рук будут наши. Вы будете играть не своими руками. Импровизация так и называется «Не своими руками». Но мы попробуем. Давайте попробуем. 3, 2, все вместе, 1. Поехали! Добрый вечер. Добрый вечер, всем привет. Здравствуйте, мой кулинарный блог. Мой. Только мой. Ну, секундочку. Да, я тихо. Итак, перед тем, как начать, хочется сказать. Секундочку. Да. Я. Ты. Да, я вот такой был раньше. Вот такой, да. Секундочку, сейчас, через 5 минут, вот я уже таким вот стану, таким интересным, хорошим. Но что мы сегодня будем... Прекрасно, да. Что мы сегодня будем готовить? Давайте, знаете, что приготовить? Я не знаю, я всегда начинаю как? Я всегда начинаю думать, а руки сами делают. Понятно. Твое любимое блюдо. Мое, судя по всему, любимое. Ой, я потею, господи. Это температура невозможно. Пропотей и ты. Дома мало салфеточек. Да, домой. Мы начинаем, конечно, всегда с огурца. Прекрасно. Потрясающая идея. Почему именно? Его мы ломаем всегда. Вот пополам, так. Да. А я люблю начинать с солененького. Я сейчас... Я ем его. Сразу есть, да? Да, я не сыру. Один будет, когда сыр закусит. Кстати, попробуй и ты мой огурец. Ой! Да? А? Это мое любимое блюдо. Ты вырвал? А попробуй вот это вот. Ты пожевал? Попробуй. Горчицу? Немножко горчицы к огурцу. Готовим. Я потрясающее блюдо. Называется... Нет. А я так с горла. Это надо выиграть. Ой, обожаю, когда глаза выпадают из орбиты. Да. Вова, ты не пробовал фарш? Ты знаешь, попробуй ты первый. Ты ведь гость. Я гостям всегда уступаю. Играем в снежки. Мясные. Мясные снежки. Давай попробуем. Давай, берем фарш. Добавляем фарш к животу. Секундочку. Намазываем живот. Мы берем фарш и этим фаршем измазываем. Прекрасно. Немножко секса нашему шоу не повредит. Да. Фарш и себе немножко. Немножко, да. Мы должны быть похожи. Скажи, пожалуйста, перед тем, как я вытру руки, а что бы ты хотел сделать с сырым мясом и с салфеткой, да? С сырым мясом и салфеткой? Да, вот-вот, берем сырое мясо. Берем сырое мясо. И? Вот посмотри. Потрясающе. Вот это. Какие? Вот очень... За что, дорогой?
Закончим плохо. Закончим плохо. Да. Отбиваем мясо. Вам нужно мясо отбить. А это такое пощечина курицы. Поцеловать. Да, а вот мы берем, обычно я беру нунчаки из сосисок, и вот так вот я... А знаешь, что мы обычно берем? Запутанно бью по морде себя, почему бы и нет. А у нас это японское, смотри, оп, шпям! Ты потрясающе управляешься с продуктами. А вот я выдавливаю сосиску, боюсь, сейчас брызнет она, эта сосиска. Оторвалась. Оторвалась одна сосиска. Как? Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер. Добрый. Чему мы и нет. Помидоры. Очень интересно. Нарезаем на сосисочку я горчичку. А мы бы на помидорочку майонезик. Вот немножко горчички к майонезу. И что бы вы думали, конечно же, я это буду есть. Но не попал я немножко. Знаешь, в последнее время руки не слушаются лицо. Самое главное, что... Попекивает. Я бы хотел вытереть. Да, попробуем. Усишки можно. Пойду салат, поверьте. Я Д'Артаньян, 10 чертей. Вот у меня есть булочка. Кетчуп, две половинки. Как тебе, хлеб, тебе половинка. А мы, конечно, с майонезом. Майонезом, да, у нас диетическое блюдо. Очень калорийная передача. Очень калорийная передача. Мини-гамбург. У меня просто после танцев судорога руки хватает. Понятно, бывает. Так. Да, а я такой, знаешь, чистюля, все время вытираюсь. А я тоже себе лицо вытираю. Ну, к черту, вытирание, я не чистюля. Передай мне муку, пожалуйста. Да, пожалуйста. Передай мне аккуратно. Спасибо. Потрясающе, ты мне помог. Мы сегодня будем готовить меня в муке. Итак, фарш есть, остались яйца. Где яйца? Не надо трогать яйца. Вот так. Так, я Катерина Осача. Да, и це свитки життя. Так, посмотри, можно держать. В гостях у Юрия Ткача. А это еще незавершенное блюдо, потому что любое блюдо должно быть пикантным, конечно, после кетчупа. После кетчупа. Ну! Да, прекрасно. Кровавый водопад называется блюдо. Вот. Ну, да, талантливый. Что? Я да, обожаю кетчуп. Васаби. Васаби. Почему бы тебе не попробовать? Это мой любимый васаби. Ты ведь меня попробовал все. Попробуй. Нет. Я тебя за уши не оттащишь. Потом попробуй. Васаби с горла. Нормально? Очень вкусная передача. Называется блюдо. Называется... Боже, кстати. А ты не наелся. В общем, кстати, единственные сосиски можно делать в клеенке. Дай мне, пожалуйста, клеенки. Я добавлю немножко туда действительно тартара. Самое главное, чтобы оно не очень кладет. Хорошо промариновалось. Промарина. Вот так. Надо немножко разбить. Отбиваю сосиски. Надо отслоить клеенку. Надень эту шляпу, Юр. Это потрясающая шапка. Не надо. Все, ребят. Это блюдо называется шляпа Ткача. Ваши аплодисменты, рубрика «Импровизация». Рубрика «Импровизация». Роману аплодисменты. Валику аплодисменты. Ой, пацаны. Прости. И наш специальный гость Юрий Катя.